Shalom Alechem, Shabbat Shalom, Urach, Shabbat Parashat Vayera. Bezat Hashem, сегодня Патах Элияху ха-Навии, 4 часа, потом Шир ха-Ширим и Минха, 4. Продолжаем Алахот, Биркат Амазон, на Шабат. Мы сказали на той неделе, человек, который забыл сказать Реце вечером и после Шахарита, должен прочитать Шахарит, должен прочитать Биркат Амазон снова. Но на Судаш Лишит не повторяет. Это если он точно знал, что он забыл сказать Реце. Дальше говорит Аллаха, амистапекин мамар реце ва ахальцену, бибиркат амазон, билен шаббат, обе шаббат ва бокер, эн царик лазур, лварек биркат амазон. Человек, который не помнит, он сомневается, он сказал или нет, реце вечером или утром, то он реце не повторяет, биркат амазон не повторяет, если он сомневается. Улам им ходим, что идти биркат атова мети, вистапек им иски, реце ва ахальцену, и умар шам биркат ишана там шаббатот лимнуха, бешем умарху. Но если до того, как он начал четвертое благословение, то есть сказал «Боне Иерушанаем», но четвертое благословение не начал, там может сказать вставку с благословением, когда если человек забыл. Дальше говорит Аллаха «Иша шихаха лумар рецэ вахальцэн мисуда ришона мушния шель суудат шаба дина кедин иш». Женщина, которая забыла сказать рецэ в первую трапезу, то есть в пятницу вечером и во вторую, после шахарита, у нее закон как у мужчины. Должна будет повторить. Улам, и сюда шлишит, а пиру им не скера, шело амра реце ва халицену, кодем ше итхил бирката то ва амитив, эйна меварехет бирката шанатан шаббатот, бешем умархут, эле яхула ломар абраха, бли шем умархут, ветамшит бивраха ревиит. Да, мы сказали, у него закон как у мужчины. Где он пропустил, как мы сказали, где он должен вернуться на реце, где может ставить вставку. Но на сюда шлишит, если она забыла после сюда шлишит сказать реце, то даже вставку она не имеет права говорить. Если хочешь сказать эту вставку, то она говорит ее без имени Всевышнего. Барух, ата, Ашем Элокену говорит у себя в голове и потом дальше продолжает. А если Шивуй Шаббат, вы забыли полностью прочитать, заново надо Биркат Амазон? Да, надо читать заново. Если мы сказали то, что мы сказали сегодня, если он не помнит, может сказал, может нет, тогда не повторяет. Но если 100% знает, повторяет снова. И вечером, и утром. Следующая аллаха, Биркат Амазон, бей Биркат Амазон, йомар мигдол ешуот марко, веатам ки бешаббат умелех гадол. Всю неделю мы говорим магдил ешуот, но в шаббат мы говорим мигдол. Правило, когда есть мусаф, мы говорим мигдол, в шаббат мы говорим мигдол, потому что Бог как бы более выдающийся, большой царь на шаббат. И последняя аллаха на сегодня, амбарех Биркат мен шалош, царих ласкир ба мена меура, лехайну кодем ше йомар ки ата, то уметим лаколь, Йосиф реце, вахальцену веем ашаббат азе, вим шахах лома леумро, вискир, шем ашем бисюм абарха, эно хозер. Когда мы говорим «Аля михия, аля калкала, аля гефен» и так далее, мы должны там вспомнить, какой сегодня день, шаббат, шаббат, в йом-том, йом-том и так далее. Поэтому, если он забыл сказать, то если он еще имя Бога не сказал, говорит реце, урце вахальцену, но если уже имя Бога сказал, то не возвращается и повторяться не должен. Баруха Адонай Леолам. Амин да амин.